в целом мы неплохо начали, несмотря на то, что Эсберг очень такая сильная команда, бегущая. Мы хорошо защищались, но, к сожалению, атака немного у нас немного не получилась. Вот. Очень рассчитывали после перерыва еще добавить, но казалось, наверное, усталость от перелета еще, то, что еще не оклемались. Ну, будем радовать дома наших ростовских болельщиков и дома выиграем. В очень получалось нападение. У них очень хорошо проявила себя вратарь. Вот, она хорошо отбивала, а в защите я считаю, что мы справились. Ну, мы очень хорошо отыграли в защите, но вот именно вот компонент нападения у нас немного не сработал сегодня. Как-то привычно играть в Ростове, привыкаешь к такому шуму, да, вот, и они подбадривают, конечно, не нас, но все равно на себя немножко записываешь. Представляешь, как будто у нас ростовские болельщики тут. Я считаю, что лучше проиграть в начале и потом в конце добавить и выигрывать дальше, чем мы проиграем где-нибудь в конце и вылетим из Лиги чемпионов.